За батьку. Думаете, хороший же политик? В порядке. Мне нравится, меня устраивает. Не знаю, я бы ему ноги перестрелил. Тиранов никогда не будет в Украине. Вы знаете, Лукашенко хороший человек, да? Ну, я лично общался. Лично общались? Да. Видите, до того, что я когда-нибудь рискну, переступлю эту границу без оружия, и у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем. И сегодня мы узнаем, как украинцы отреагируют на мысль о Лукашенко в качестве президента. Погнали. Погнали. Добрый день. Подписи собираем за Александра Григорьевича Лукашенко. Подписи за Григорьевича. Мы подписаться хотим, не хотите? Да. Лукашенко хочет. Он недавно заявил, что... В 24-м году? Нет, это так. Президент Украины. Вот. А Лукашенко заявил, что да, хочет баллотироваться президентом Украины. Не хотели бы подписаться? Да. Что вы хотите? Ну, собираем подписи. Подписи собираем, вот. Чтобы... Что? Ну, блин, просто попробуем. На Беларусь? На Москву? Не, на Лукашенко. Да, на Александра Григорьевича. Ах, его избирательная кампания. Very good president, Лукашенко. Yes, very nice. Very good president. Why? Why? He's a great president. Yes, he's the best. He's the best? Why? Хотели бы за него подписаться? Подпишите? Хотите подписаться? Мои данные будут тратить. Вот, да, good president. It's good president? Yeah, sign. Документ. That's the opposition. But you don't know what you signed. Да? They allow to look at. Ну, мы посчитаем там, Лидия Ермошина. Нам главное просто... Для вида. Мы передадим все Лидии. Была из Беларуси. Избирательную кампанию Лукашенко. Да. Да. Он на седьмой срок уже не пойдет, понимаете? И... Да, так. А ну-ка, да это просто... Это, ну... Серьезно? Да. Да. Левый флаг. Не той. Не тот флаг. За батько. Белый, красный, белый. Здравствуйте, молодые люди. Да, за батьку подписи собираем. За батьку, за дичку. Не хотите подписаться? Видите Александра Григорьевича Лукашенко президентом Украины? Вы слышали, Лукашенко заявил, что за него минимум 90% проголосуют, если он будет баллотироваться в 2024 году. Что вы думаете по этому поводу? Вот хотели бы видеть Александра Григорьевича как своего президента? Правильно, це людина, яка працює в Білорусі вже стільки років, він тиран-диктатор. Мені цього предостатньо. Я бачу, як він розганяв людей у вас в Мінську. Мені цього предостатньо і досить. Тому гарного вам дня. Спасибо. Ми збираємо підписи за Лукашенка. Да. Не хочете підписатися? Можу вам завязати стрічку? Ні. Ми у нас а ви свої. Підпишетесь? У нас свої, так. А ми? А да, давайте. Да. 18 є? Да, подпишешься? Вот в 24-м году думает Александр Григорьевич баллотироваться президентом Украины. Вот. А мы вас вы подпишете сама ленточку. А? Как он попал? А? Да, тут лучше. Мы передадим все в ЦИК. Нужные люди, там нужные руки. Речек, там. Левый напишешь. И порядок наведем. Порядок. Хоть порядок коррупции погоды. Конечно. Ну реально, потому что у вас проблемы с этим, а у нас все сидят. Все сидят, да. Вообще все сидят. Вот, поэтому... Подпишитесь, побыстренько. А, да, конечно, а тут держи. Вот, раз, чик-чик-чик. Да, смотри, держи. Так, просто. Что? Ну, надо поцеловать еще портрет. Хотите подписаться? Что вы думаете, хотели бы вот вообще Александра Григорьевича видеть президентом Украины? А почему? Ну, чтобы порядок навел. Какой порядок? Коррупцию поборол. Поборол. Все-таки... Ну все, вот это вот. Лукашенко, потом над нами никто летать не будет. Тоже верно, но
Зато колхозы подымет, колхозы, да. Деревни, заводы. Молочка, дороги будет. А, у нас плохая в Украине молочка, фермала. Дороги построят, дороги хорошие будут, порядок наведет. А, потом за то, что вы все сели, кстати, что он таракан, вас потом посадят на 7 лет. Ну почему так сразу? Просто экстремистов всяких, воров. Если у людей свое мнение, но их в тюрьму. Ну это плохих людей. Украине можно Зеленского вообще как угодно назвать. И это будет принято за твое мнение. А Лукашенко еще скажет, что он таракан, и ты на 7 лет, будешь на бокал. Короче, не хотите вы? Нет. Или а может... я вижу, все-таки одного аутиста вы нашли, да? Двоих. Или это вы? Не-не-не. Нет, у нас подписи не хотите, точно есть. Но он же совсем недавно сказал, что если он будет тут, то 90% за него. Да, он там и говорил, что Украину захватить может вообще расплюнуть. Мирной силой. Мирной силой. Вот такими подписями. Захватить Украину мирной силой. Подписями. Подписями. Ну не захватить, а просто стать президентом. Голосами. Обидно. В Украине люди митингуют, и их не разгоняют баллончиками. Да не, находили, он же сам признал, мама признала, все признавали. В Беларуси против выборов. Что дальше? Зато порядок. Какой порядок, блядь? Какой? Короче, вы не хотите подписывать. Не хотите? Ну ладно, ну не хотят ребята, что с нами, да. С ними разговаривать. Нет, ну так что вы это делаете? Ну мы просто, ну... Да, зачем? За идею. За кого? За идею. За идею. За бать. За бать. Вот за бать. Это все, за бать. За бать. Мой батька на работе, а вы... Какой хуйня вы страдаете? За батьку надо. За батьку надо. Прекрасно. Зебра подпишется. Добрый день. А не хотите за Александра Григорьевича? Нет, ничего. На полгодика. А может вы подпишетесь за Александра Григорьевича? Не хотите посвящаться за Лукашенко Александра Григорьевича? Да, да. Президентом Украины станет, ну, конечно. Да, вы же у нас были батьки, то там бы все было хорошо. Батька был бы нормально. Ну, всем было бы хорошо, конечно. Вот, подпись тут, да. Пожалуйста. Да. Да. Скажите, порядок бы навел, правильно? Я как бы с телевизором общаюсь, как бы это так некрасиво. Что именно? А, все. Можно подождать, ребят, в следующий раз. Спасибо. Ну, у нас просто важно очень. Важно. У нас миссия. Миссия. Все, миссия. Хорошо, вечер. Ладно. Друг, да. Подпиши за Григорьевича. За Лукашенко. За Александра, да, Григорьевича. Президент, в Украине, Украине, что? Да. На следующий. Не хочешь? Срок. На следующий срок президентом Украины. Нахуй не надо. Да? Хотите видеть Лукашенко президентом Украины? Вот не хотите подписаться? Подписаться, надо подписи. Подписи. Ну ладно. Лукашенко он не добро. Это олицетворение добра. Это ангел во плоти. Ангел во плоти. Вы посмотрите. Ну только нимба. Нет. Не надо. Ну ладно. Подписи за Александра Григорьевича Лукашенко. Да. Вы хотите подписаться? Мы не украинцы, мы из Азербайджана. А Лукашенко хороший президент, по-вашему? Честно? Да. Думаю, нет. Почему? Почему? Постсоветскому. Пространстве все президенты сейчас. Если революция не происходит, то я думаю, ситуация сложная. Играем подписи за Александра Григорьевича. Ребят, Лукашенко, хотите видеть президентом Украины? Может быть? Да нет. Молодые люди, хотите видеть президентом Украины Лукашенко Александра Григорьевича? Почему? На полгодика. О, а вы... Добрый день. Вы хотите видеть Александра Григорьевича Лукашенко президентом Украины? Собираем подписи, чтобы он смог баллотироваться. Не как хотели бы? Не хотите? Усы такие же, как у вас. Хороший политик. И борец. Ребят, хотите видеть Лукашенко президентом Украины? Может быть, с подписи собираем? А вы, может быть? Да. Почему? Хороший политик. Не надо вам такого счастья. Не надо вам такого счастья? Почему? Да на полгодика. На полгодика, может быть, а? На полгодика, наведет порядки. У нас своих клоунов хватает. Так, а он же не клоун, смотри, серьезный человек. Он же серьезный, он уже в политике 27 лет. 27 лет. С опытом вам человека дает. А вам это зачем? Вот так. Мы за идеей. Мирная сила. Вы, наверное, с Беларуси хотите подарить его нам? Да, подарим. Да. А, себе не знаете, как ты, Игорь. Хорошо, вечер. А? Подпишитесь, может? Да не, не. Ну, пожалуйста. Не. Нам надо вашу подпись очень. Не. Давай. Да. Молодые люди, хотите видеть Лукашенко президентом Украины? Добрый день. Не хотите подписаться за Александра Григорьевича? Александра Григорьевича. Порядки бы навел. Порядочки.
чистота была бы. Яхай, хорошие яхай. Дороги. Нет? Лукашенко не хороший политик, по-вашему? Нет. Девушка, не хотите за Лукашенко подписаться? Президентом Украины. Мы... Добрый день, собираем подписи за Александра Григорьевича Лукашенко. Не хотите подписаться? А? Не хотите? Ребят, за Лукашенко подпишитесь? Против. Против? Почему? Хороший политик. Почему против? Навел порядок. Навел порядок. Чистота, ну серьезно. Хотите подписаться? Нашим... Нам тоже было все равно белорусам. Тут не надо, типа, тут да. Много. Фамилия, имя, адрес, это... телефон и подпись. Да. Это что? Подпишитесь? Почему? Почему? Так, ну, же все равно. Лукашенко хороший да президент. Да хороший, усы посмотри какой. Да. Не, ну усы сексуальные. Не хотите? Вообще? Ладно. Ну, ладно. Хорошего дня вам. А вон... Добрый вечер. Ой, за... Да, собираем за Лукашенко. У него остальные яйца. И чтоб он сдох. А не хотите в Украине его? В Украине, президентом Украины. 2020. Вы что, прокреститься? Не совсем? Конечно. Порядок, порядок наведет. Да он козел первой матки. Я сама готова его убить. И сесть в потому что он бандит первой степени. Он диктатор, он фашист, он не сталинист и вообще убийца. Ну ладно. Что, можно кепочку, я думаю, уже снос? Да. Ну, за два часа мы собрали 9 подписей. Не густо. Да, 6 из которых были по приколу. В основном мы заметили такую тенденцию, что за Лукашенко подписывались только либо люди, которые не думают, либо уже взрослые люди, которым СССР все-таки роднее, как и нашему замечательному. Я думаю, вам понравился данный ролик. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, поставьте лайк. И напомню про систему донат. Да. Если вы хотите, чтобы мы продолжили дальше снимать такие пранки. Да, на это нужен ресурс, и мы будем благодарны вашей поддержке на Патреоне. Да. Всем спасибо. Любите друг друга так же, как и мы вас. До новых встреч.